прошу Тебя, Дух Святой, наполняй не только нас, но и детей. Детей, которые рядом с нами. Пусть они становятся проводниками Твоей славы, проводниками Твоей жизни, проводниками Твоей святости. Я благодарю Тебя. И мы сейчас высвобождаем особую силу на детей. Дети, вы можете выходить сейчас к сцене. Дух Святой, наполняй эти детские сердца Тобой. Наполняй эти детские сердца Тобой. Выходите смелей. К сцене, да. Я благодарю Тебя, Господи, что за каждым ребенком стоит не один ангел. Я благодарю Тебя, что с каждым ребенком движется Твоя слава по земле. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь наполнять колчан стрелами. Мы благодарим Тебя, что Ты помазание свое несешь с этими детьми по жизни. Мы благодарим Тебя, что с каждым из них встречается Твой Дух, встречается Твоя святость. И мы сейчас благословляем детей познавать Тебя вечного, великого, мощного, могущественного, творящего все нового Бога. Дух Святой, я благодарю Тебя, что Ты даешь нам детей. Ты даешь нам детей. Дети, я хочу, чтобы вы сейчас повернулись сюда ко мне, все. И те, которые сейчас будут вас благословлять. Все меня сейчас видят и все слышат. Давайте мы сейчас скажем очень важные фразы. Господь, Ты мой царь. Ты меня сотворил для Твоей славы. И моя жизнь наполняется от дня ко дню большей жаждой по Тебе, по Твоему Слову, по Твоей Церкви, по Твоим откровениям. И я их принимаю. И мое сердце готово принимать Твое семя. И сейчас вы его примете. Здравствуйте, дорогая церковь, здравствуйте, родители, здравствуйте, бабушки, дедушки и дети, конечно. Сегодня хотела говорить и к деткам, и к родителям, знаете, такую тему о послушании хотела сказать. Вот, дети, скажите, вам легко слушаться родителей или сложно? А? Ну, честно. Нет, это что? Нет, сложно или нет, легко? Сложно. Сложно, правда? А родителям, родители, вопрос, вам легко научить детей послушанию или сложно? Сложно. И я как родитель говорю, что мне сложно. Но знаете, однажды я говорила с мамой Ольги Дмитриевны, с Эльвирой Васильевной. И я говорю, Эльвира Васильевна все-таки воспитала таких мужей, таких служителей Божьих, сильных в вере. Я говорю, Эльвира Васильевна, ну вот научите меня, вот как научить детей быть послушными? И вы знаете, она мне такой совет дала, который я запомнила на всю свою жизнь. Она говорит, Люба, проси Духа Святого помогать тебе. И знаете, каждый раз, говорит, когда ты не знаешь, как поступить, молись, Господь тебе даст. Я вообще другое приготовила сегодня. Но я верю, что Господь хочет лично меня и лично вас ободрить, чтобы мы, знаете, ничего не можем без Бога. Ни ходить, ни дышать, ни научать, ни читать, ни учить детей. Только с Божьей благодатью. И нам, как родителям, нужна Божья благодать. Учить в любви, учить наставлять, понимаете? Поэтому, дети, давайте я вам скажу определение послушного ребенка. Кто такой послушный ребенок? А вы себя протестируете. Вот Тимофей, послушай. Послушный ребенок – это кто? Макарий, послушный ребенок – это кто? Первое. Это тот, кто делает то, что ему сказано. Как делает? Первое. Без принуждения. Второе. Без отговорок. И третье. Без промедления. Вот кто такой послушный ребенок. И знаете, послушание начинается еще с пеленок. С самого раннего детства. Вот это такие малепусики, уже такие вот, говоришь, не делай, не делай. Они уже слушают, что не делай. Поэтому вот, знаете, родители, хотела бы вот вам сказать, что если вы
мы учим детей послушанию, то нам нужно быть твердыми, потому что детки, они чувствуют, когда мы робки, когда мы смущаемся, нам нужно быть неотступными. И когда дети не слушаются нас, то они выходят из круга Божьих благословений и подвергают себя серьезной опасности. Понятно? А когда родители призваны вернуть их в этот круг Божьих благословений, как? Задача нам учиться, молиться, читать книги, посещать семинары. Как? Это вопрос каждого из нас, дорогие. Поэтому давайте мы помолимся, чтобы Господь дал благодать для детей, чтобы они были послушны. И для нас, родителей, чтобы нам научать детей, дисциплинировать, научать их послушанию. Аминь. Аминь. Ирочка. Люди, люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Это слово, оно не только имеет отношение к нам, ко взрослым, это слово имеет отношение и к вам, дети. Вы есть эти люди, которые усилятся и будут действовать. Отец Небесный, давайте встанем, пожалуйста, церковь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я благословляю народ наш, я благословляю наших детей, Господь, этим усилением, Господь, противостать козням, Господь, усилиться в Твоем духе, усилиться в послушании, Господь, усилиться в том, чтобы открыто было ухо, усилиться в том, чтобы открыты были глаза, Господь, помажь наши глаза, помажь глаза наших детей, открой ухо, чтобы оно было открыто к тому, что Ты говоришь, отворачиваться от того, что, Господь, не от Тебя, во имя Иисуса Христа, да будут открыты уши к прекрасному, к тому, что, Господь, Ты говоришь в Своем Слове, Господь, и пусть Твое Слово с каждым днем обильно входит в наших детей, Господь возлюбленный, пусть оно производит то, что Ты желаешь производить в их духе, в их душе, в их теле, Господь. Я благодарю Тебя за слово, которое со всякой премудростью входит в наших детей, Господь. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты производишь свои действия и хотения в наших детей. И мы благодарим Тебя, что наши дети усиливаются. Мы благодарим Тебя, что с каждым днем наши дети все больше и больше усиливаются, Господь, и встают рядом с нами, Господь. Это великие воины. Я благодарю Тебя, любимый, что меч они берут и побеждают козни. Во имя Иисуса Христа они побеждают, они великие победители. Я славлю Тебя, Господи, за Твой Дух Святой, который воспроизводит это, воспроизводит все прекрасное, что Ты даешь нам в каждом дне и нашим детям, Господь. Спасибо Тебе, возлюбленный, во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья мои, каждый из нас является Божьим детем. И прежде чем мы приступим к следующей части, я хочу один вопрос задать, тоже касательный детской темы. Буквально на ночной молитве я его озвучивала. Этот вопрос связан с тем, что труднее. Быть детям партнерами нашими, стать партнерами в служении Богу, либо нам стать как дети. Стать как дети. На самом деле сложнее вот это. Потому что партнерами мы можем до себя дотянуть детей, если мы с ними проводим время, если мы им показываем, как делать. Они легко схватывают, они легко это будут делать даже быстрее, чем это делают взрослые. И как раз передавала это свидетельство одной девочке в Индии, которая была совершенно из нехристианской среды, из трущоб, жила в трущобах, оказалась на христианском общении, где сказали: «А сегодня мы будем благословлять ваши руки на исцеление слепых». И она взяла, пришла в свой дом, а там дедушка слепой, не дома, в эти трущобы. Говорит: «Дедушка, у меня в руках есть сила сейчас. Я хочу за тебя помолиться, но надо позвать Иисуса». Он говорит: «Нет, не хочу Иисуса. Я поклонялся всю жизнь не тем богам, другим богам, поэтому Иисуса не хочу». Она говорит: «Дедушка, а что ты теряешь? Мы в трущобах и так живем. У нас ничего нет. Ты слепой. Ну давай я за тебя помолюсь». И она 3 секунды сказала: «Иисус, в моих руках твоя сила, исцели его». И дедушка закричал: «Я вижу». Вот они, партнеры. Дедушка был исцелен, друзья. И здесь действительно можно воздать Богу славу, потому что тогда, когда дети слышат, они точно так начинают делать, как они слышат. У взрослых людей, чтобы стать как дети, а что будет, если дедушка не исцелится? Это первый вопрос, который у взрослого появится. А что будет, если мне сказали неправду? Ребенок об этом не думает. Он услышал и пошел действовать. Поэтому давайте, друзья, попробуем стать детьми.
попробуем в каждодневной жизни стать детьми.